Фильм «Лед». Трудолюбивая фигуристка Надя на заре успеха получает тяжелую травму и попадает в инвалидное кресло. Вернувшись в родной Иркутск, она заново обретает мечту, благодаря своей сибирской стойкости и неожиданной любви к хоккеисту Саше, а также, конечно же, вере в чудеса, присущие Надежде с самого детства. Дата выхода фильма – 14 февраля 2019 года. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Следите за всеми новинками киноиндустрии вместе с нами.